Значит, как это все выглядит ночью, уже летом. Пошли столбики. Купил товарищ Швеции за копье. Сам переделал. Забетонированы. Прот под землей. Следующий. Таких 4. Так. Питается это все вот таким мозгом, который автоматически сам включается ночью. Ну и, конечно же, наша птичка, которая живет в кустиках. Это все выглядит. Что дальше подключено? Таких столбиков у меня 3 здесь. Вот. Вот это, кстати, тоже все альтернативное. Все светится в темноте. Вот. От этого столбика. Столбика под землей туда пошло. Раз, два, три. Ну и, собственно, сама беседка. С такой вот подсветочкой сверху, тоже автономной. На такой вот батарейке солнечной. Ну и, естественно, сама гордость. Заходим в беседку. Инвертор я уже включил. Работает. Собственно, смотрим наверх. Ничего нет. Кроме вот этих. Включаем. Вот так вот, у нас здесь внутри все красотища. Место подсветки. Вот. Как это выглядит снаружи? Ну и сверху солнечные батареи. Вот так. Красотень. Спасибо за внимание.